Сегодня в Ижевске стартует производство, пожалуй, самой ожидаемой в российском автопроме новинки года – «Лада Веста». Главная интрига – это официальная цена, которую разработчики седана объявят уже в ближайшее время. Раньше, учитывая текущую экономическую ситуацию, называлась цифра в 495 тысяч рублей за хорошо оснащенную начальную версию «Классик». Туда войдут две подушки безопасности, АБС, электроусилитель руля, кондиционер, передние электростеклоподъемники и даже электропривод замка багажника. Продажи «Лада Веста» стартуют 25 ноября, а уже в ближайшее время должна начаться презентация, и мы планируем в нашем эфире прямые включения из Ижевска. Не пропустите.